На ремонте вот такой фен Philips, салон Dry Control написано, с функцией ионизации не работает. Но смотрю, здесь уже кто-то пытался чего-то ремонтировать. Перемотанный и скрученный кабель. Нужно определиться, все ли в порядке с кабелем. Для начала откручиваем. Вот здесь вот есть два винта, причем винты с треугольной, вот такой треугольной головкой, треугольный паз. Откручиваем и разбираем. Так, до самих проводов можем добраться, если просто после откручивания раздвинем вот эти половинки. Передняя часть вынимается. Не без труда, но вытаскивается. Ну и теперь у нас есть доступ к проводам. Сейчас можем здесь явный разрыв. Поможет ли перепайка? Сейчас можно открутить эти винты. Тогда блок кнопочный выйдет, и можно будет подпаять заведомо рабочий провод. Ну и посмотрим, чем все закончится. Здесь на входе была скрутка изолентой и был разрыв. Я так пока на соплях, для того чтобы проверить, работает или нет, прикрутил. Сейчас воткну в розетку, проверю, чем все закончится. Все работает. Значит, дело все-таки в кабеле. Уже грею хороший паяльник, такой себе нормальный, 100-ваттный, потому что провода толстые, нужно хотя бы 40 или 60-ваттный, под рукой был 100-ваттный. Ну и сейчас я здесь выпаю, отрежу кусок кабеля и вот эту часть припаяю сюда. Думаю, что здесь ничего сложного. Все, и на этом ремонт. И соберу в обратной последовательности. Думаю, что на этом ремонт будет закончен. Ну что же, выпаиваем здесь местные провода. Думаю, что с хорошим паяльником проблем не возникнет. И хорошим, я имею в виду, мощным. И еще хотел обратить ваше внимание, что если у вас есть потребность, допустим, удлинить кабель, то это как раз звездный час. Потому что иногда бывает необходимо сделать, жена, например, просит кабель фена сделать длиннее. Ну вот тогда можно пойти этим путем, отпаяться. Ну, теперь берем инструмент и откусываем, зачищаем изоляцию, залуживаем и вставляем назад. Значит, подпаиваемся и собираем в обратной последовательности. Таким образом можно, смотрите, на малой крови отремонтировать нерабочий фен. После этого фен идет к клиенту. Ну а вы подписывайтесь на канал. Увидимся на канале. Чем все закончилось? Могу, уже все собрал. Все работает, фен отправляется к своему хозяину. Всего доброго.